Всем привет, добро пожаловать на канал. Всем, кто уже подписан, большое спасибо. Всем, кто не подписался, замечательная возможность подписаться. А если вы не знаете как, то здесь вот под видео есть такая вот красная кнопка. Нажмите на нее, появится колокольчик, и ставим лайк видео. Сегодня у нас немного необычная рыбалка. Обычно я говорю то, что в рыбалке рыба — это бонус. Сегодня немного наоборот. Сегодня у нас выезд именно за рыбой. А рыбалка — это бонус, то, что происходит. Рыба, которая называется на английском whitefish, на русском называется sig, она идет на нерест. Ее можно вытащить с очком. Сети у нас запрещены, но с очком можно пользоваться. Ограничение 25 рыб на человека. Так что, если вам кажется, то, что мы браконьерничаем или что-то такое, это не так. Все законно. Вся рыба будет употреблена в пищу на протяжении года. То есть то, что происходит, нас будет сегодня 4 человека, наверное, в лодке. Надеемся достать 100 рыб. Очистим рыбу, заморозим и на протяжении года будем ей питаться. Вперед, за рыбой. Вот мы спускаем лодку. Немного экстремальные условия у нас. Но надеемся на лучшее. Стегнули лодку от прицепа, и сейчас будем. You didn't release the hook on the front? Too excited? Чуть-чуть. Да. Держи крепко. Держи, Боря, держи, тяни.
мы продолжаем ловить рыбу. Поскольку с лодкой у нас не получилось, мы перешли на удочки. But it's nothing. И сорвалась. На самом деле. На самом деле, из-за того, что рыба идет на нерест, она очень плотно идет. Крючки просто цепляются за бок. Но на самом деле это нелегально у нас. И поэтому нам приходится отпускать ее, потому что штраф за нее может быть несколько тысяч долларов. И мы хотим этого избежать и просто ловим рыбу. Hooked up with a fish. If he gets into the brush, just let him back off. Or as he gets tangled, you lose him. Рыбка. Сик, как вы видите, зацепил его за бок. У нас это нелегально, придется выпустить. Пират сейчас не клюк. Point in the right direction. Right. Что же, мы возвращаемся домой, решили не тратить время, едем с пустыми руками. Единственный плюс, не надо чистить рыбу. А вы ставьте лайк, подписывайтесь и увидимся в следующем видео.